Идите за мною. И я сделаю, что вы будете ловцами человеков. Я посылаю вас собирать овец моих. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. И будет одно стадо. Рави. И один пастырь. Дочь моя, при смерти. За кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. А вы за кого почитаете меня? Ты Христос, Сын Бога Живого. Чадо, прощаются тебе грехи твои. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Как он может дать нам есть плоть свою? Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Отче, пронеси чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками, книжниками и быть убитым. Заклинаю тебя, Богом живым. Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. На что еще нам свидетелей? Нет! Как вам кажется? Повинен смерти. Смерть! Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Ты царь иудейский. От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне? Согласно вашему обычаю, в это время года должен быть отпущен один из заключенных. Вараву? Освободи Вараву!